приготовить зразы. У нас осталось пюре, готовлено было много, но чувствую, что мы его не добьем. Скорее всего, оно смокнет. Ну, оно еще нормальное, то есть классно. Ну, с молоком, с яйцами, с маслом. Все как положено сделано, посолено, поперчено, то есть мы тут ничего не добавляем. Это фарш. Сразу я решил сделать с ливером. Фарши у нас легкие и печень свиная и говяжья, где-то в равных долях. Это у нас будет начинка. Значит, начинка у нас в принципе пока не те, что она готова, то есть это сваренные легкие и печень. Лук и морковка обжарены на растительном масле, и все это смешано, все это перемолото, поперчено, посолено, все классно. То есть оно готово, я это просто убираю, все равно нам неинтересно. Нам интересно сделать тесто. На тесто я взял еще стакан муки и 3 яйца. Не знаю, хватит или не хватит. Так, наверное, кольца лучше снять. Я не люблю возиться с тестом, и с картофелем в том числе. Я сейчас, наверное, твердое, но тут было на балконе стояло, то есть оно достаточно, нормально. Сейчас я его разомну, потом сюда добавлю муки, яиц, и уже из этого получившегося теста буду делать зразы. Интересно, что раньше муку добавлять или яйца? Наверное, я добавлю яйца. Так, все нормально размешал, я это переживал. Осталось пюре, это думали, что же из него приготовить. Варианты были ньоки. Ньоки, если честно, у нас не сильно идут. Правда, сразу с ливером тоже не самый лучший вариант. Я люблю, а домашний ливер не очень. Поэтому будут кушать то, что я приготовлю. Взбиваем яйца. Три яйца, думаю, хватит. Убираем. И дальше замешиваем тесто. Ну, собственно, сейчас попытаемся самые зразы делать. Сделать небольшие. Оно липнет к рукам, и я это очень не люблю. Разогрелась, будем вкладывать наши зразы. Не могу я с этим возиться, все-таки с тестом.
Не мое это. Придется спросить жену, чтобы это делала за меня. Ну, у меня что получилось, получилось. Теперь покажу. Смотрим, что она там поджарила с другой стороны. Ну так. Красиво. Возможно, лучше бы это было делать во фритюре. Делаем и делаем. Что получается? Смотрим. Ну и попробуем дело снять. О. Ворота открыты, я Верхавец, это агентство. Можно войти? А если нет? Мы бы и не пришли. Еще поджарю туда. Ну, теперь точно снимаем. Ну и, собственно, готовый результат. Снимем пробу. Возьмем вилку-нож, чтобы удобнее было. Подавать дело желательно, на мой взгляд, со сметаной. То есть все получилось вполне, думаю. Так, соответственно, так, чтобы удобно было взять. Так, наверное. Вполне. Чего ждать? Хорошей начинки, хорошего пюре. Все вкусно. В целом вкусно. Достаточно несложно, если кто-то любит возиться с тестом. Я, допустим, небольшой любитель, поэтому занимаюсь этим очень редко. Но занялся. Так что рекомендую. На мой взгляд, очень даже вкусно получилось. Ну, а у меня все. С вами был Фан. Пока.